Вятские старости. В этот день, 100 лет назад, вятские газеты писали: с вологодской труппой вятского антрепренера Вяхирева приключилась неприятность. Вздумала труппа поставить старую драму Виктора Гюго, действие которой происходит в средние века. Помощник режиссера театра господин Гнадеберг уже на разрешенном полицмейстером оригинале афиши вставил некоторые тенденциозные выдержки из пьесы, а владелец типографии господин Знаменский напечатал афишу со вставкой Гнадеберга. По постановлению господина вологодского губернатора оба, и владелец типографии, и помощник режиссера, за самовольные действия были оштрафованы в административном порядке, каждый на 500 рублей с заменой арестом на 3 месяца. И вновь о тяжелых и заразных болезнях, периодически появляющихся в Вятской губернии 100 лет назад, сообщала газета «Северное слово». Проживающий на кожевенном заводе Долгушино в пределах Бобинской волости Вятского уезда крестьянин Криницын, 23 лет от роду, заболел сибирской язвой и обращался за медицинской помощью в Вятскую губернскую больницу. Также заболел сибирской язвой и поступил на излечение в Филипповскую земскую больницу крестьянин Гребенкин. Эта же газета извещала горожан о проведении маскарада в коммерческом клубе. Сейчас же на ее страницах можно было прочитать о том, как веселились на этом мероприятии горожане и кто получил главный приз. Состоялся маскарад с призами за самый смешной и курьезный костюм. Среди масок обращала на себя внимание маска «Теща, едущая на спине зятя», которая и получила приз. Публики было на маскараде так много, что переполнены были не только все комнаты клуба, но и коридоры. В танцевальном зале царило неподдельное веселье и стоял несмолкаемый смех и шутки масок с публикой. Вообще, с переездом на Московскую улицу клуб стал излюбленным местом публики среднего достатка. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.